вот этим бодибилдером. А каким бодибилдером? Ну, какой есть, что, я не выбираю. А просто. What's up, everyone? And today we have a special day and a special guest. My friend came from Kazakhstan. Работаю персональным тренером в фитнес-клубе. Планирую отдохнуть, потренироваться. Но на самом деле, я очень сильно соскучился по своим друзьям. Сколько поднимаешь на бицепс? Нисколько. Последний раз, когда ходили легенды по LCC, говорили, что ты поднимаешь 210 килограмм на штанге. Изменилось ли что-то с того времени? Честно сказать, 210 я никогда не поднимал. Вот последний раз я жал груди 200 килограмм. Это было, ну, порядка 6, нет, давай скажем, даже 8 недель назад. Да, я как раз таки был тогда на, ну, период отдыха у меня был, я был свеженьким таким, восстановленным, да, у меня связки ничего не болело, все было прекрасно, вот, тогда и поднял я свои 200 килограмм, а к своей вот этой вот двухсоточке, да, скажем так, я шел примерно 7 лет. Это мой родной зальчик. Как тебе видеть его переделанным? Впечатляет? Впечатляет. А где мой стол для армрестлинга? Я понял. Куда его делать? Раз. Его убрали. Даже не убрали, его просто... Его просто нет, понимаешь? Зла не хватает. Зла не хватает. And what's up, everyone? We're continuing the vlog with my friend Kostya. Right now it's early morning, not really early, not really morning. It's 12 o'clock during of the day. And right now I'm going to gym area. Probably with Kostya we will switch to Russian language. So if you don't wanna listen, don't listen. You can just watch how we are working out. So stay tuned, hope you have a great morning, evening, what time of the day you are watching this. Have a great day, man. Let's go, let's roll, let's see him. And I found him right here. This is our gym and here we're gonna train, so let's roll. Ребята, очень тяжелый вес. Посмотрите внимательно. Сколько здесь? How are you doing today, Костя? Как дела? I'm feeling great. Может, по-русски, я им сказал, что ты по-русски будешь. Я чувствую очень хорошо себя. Сегодня вот пришел в свой родной зал, в котором я занимался порядка 5 лет. Вот. Слезы на глаза, мышцы радуют меня. Ну, типа того. Ощущения хорошие, на самом деле. Так, я сейчас даже, вот видишь, у меня такие ощущения смешанные. Я не знаю, за что взяться, да? Что начать тренировать. Пожалуй, начнем мы. Давай, я начну с бицепса. Отлично, бицепс, проехал. Делаем. Второй подход. Погнали. Погнали.
Чувствуешь себя новым человеком? А то. Вот пью я, значит, фулдатхалэр воду. И чувствую себя офигенным человеком. Ну, то есть отсюда. Да, спать начинай. Вкручиваешь, во, вот сюда. Помните, ребята, когда вы занимаетесь на тренажере, нужно убирать за собой. Ну и все, можно удачно сказать, что мы закончили тренировку. Время идти переодеваться, мыться, отдыхать и идти на пары. Всем спасибо. Сегодня была тренировочка с вот этим бодибилдером. А каким бодибилдером? Ну, какой есть, что, я не выбираю. А просто.